Всем привет, с вами Картилага, и у меня тут подъехала игра под названием The Hauntings. Это ее альфа-тест, выход самой игры намечен на 22 октября. При первом ее запуске, да и при последующих запусках, да, то есть я вижу такую надпись, которая гласит о том, что это альфа-плей-тест, что геймплей еще не окончательный, что он будет доделываться. Вот, и я очень надеюсь, что игра меня не разочарует, потому что задатки в игре очень неплохие. Вот, но я думаю, будем переходить с вами уже к делу, так что поехали. Значит, смотрите, после того, как мы нажали старт, мы оказались вот здесь, вот в этой комнате. Это очень похоже на ту же самую фазмофобию, да. То есть вот эта вот комната особенно. Вот, и что-то написано на доске, да. Но, однако, вот нажать пробел, подойти к доске пока что мы не можем, но мы можем сделать это через Escape. Вот, ну, давайте попробуем, да, в Host Game. Я, честно говоря, не знаю, работает кооператив или не работает, да, то есть я не проверял. Ну, вроде бы работает, да, вот тут Unraid, да, кооператив вроде бы как работает. Leave, buy. Купить пока ничего нельзя, добавить тоже ничего нельзя. Ну, было написано, что пока что можно лишь гулять и посмотреть, то есть, что из себя представляет данная игра. То есть, в общем... Как и правильно сказать, общий взгляд на саму локацию, да, потому что, видите, даже уровень выбрать нельзя, но, судя по всему, мы сможем выбирать уровень, и я очень надеюсь, что там будут разнообразные призраки, да, то есть, а не один, который мы видели со своими скриншотами. Ладно, давайте мы попробуем нажать, так, ready up, нет, unready. А, может быть, так? Во, нашел. Так, что у нас тут? Leave by add, Stargame не работает, Select Game. Не работает. Так, level the farmhouse, equipment нету, difficult easy, unready, ready up, вот ready, все, start game. Так, мы прогрузились. Игра, конечно, очень не оптимизирована. Если компьютер слабый, как вот, например, у меня, то... Ага, то есть у нас здесь тоже есть рассудок. 84% рассудок, 82%, 81%, 80%. Это он так падает? Серьезно? Ничего себе, а что так прикольно-то? No signal. Это у нас, я так понимаю, некая лаборатория. Ладно, возьмем фонарь. Так, мы взяли фонарь. У нас тут какой-то артефакт появился. Ну, исчез артефакт. Так, ну, естественно, это все альфа-тест, ничего такого, да, так, мы пытаемся... А, у нас даже можно так выйти. Нет, так выйти нельзя. Нет, так выйти нельзя. А как отсюда выйти? Это что за кнопочка? Левая кнопка мыши включается фонарь. Хорошо, допустим. Здесь я понял, тоже будет рассудок. Ну что, он уже 21%, 20%, понимаете? Все, рассудка уже нету. Можно не искать. Что у нас? Ага. Здесь, наверное, будет какое-то оборудование дополнительно лежать. Я не знаю. Но будет очень прикольно. Так, попробуем сейчас. Выпусти меня, может быть так. И не хочет выпускать, а? Может быть здесь как-нибудь нужно. Это тоже нельзя. А, может быть, вот на эту кнопочку одна жизнь, да? Нет, не нажимается, и он меня не выпускает. Эй, выпусти меня. Здесь
Еще, давай здесь попробуем кнопочку нажать. А, кнопочка Е. Вон, так, вот он дом, там уже призрак вообще буянит. Ну, это понятно делать, все тут рассудок должен сохраняться как бы какое-то время, да, хотя пока мы находимся в этом. Но призрак там уже вообще буянит. Так, фонарь. Ну, как бы сделано все, конечно, антуражно, я так смотрю, очень прикольно, но Unreal Engine все понятно, да, все по красоте. Но у меня сейчас вот 10 FPS, 8, это вообще караул. Ладно. Может быть, тут нужно ручку как-то. И сейчас посмотрим, так, опа. Нет, а там призрак буянит, да? Он ходит, гуляет, буянит. Он летает. Но призрака сделали тоже прикольно. То, что она летает, ходит, ищет. А, попробуем так. А, во-во-во-во. Открыли. Зашли, но нам то, скорее всего, сейчас накиряют, поэтому... А может быть не накиряют, может просто там будет летать тут и все. Сейчас посмотрим. Выглядит на самом деле все реально очень круто. И я надеюсь, у игры будет хорошее продолжение. Вот. Ну, конечно, дикие лаги. Ну, надо признать, потому что оптимизация от слова не совсем. А, так, что у нас тут? О, вот и призрак. А, будет пивать, нет? Не, пока что она просто летает мимо. Вот, но я думаю, в будущем она будет нас за нами охотиться. О, вот она. Ох ты, как она интересно исчезла, прям растворилась. Неплохо, неплохо. А, то в будущем, я думаю, будут всякие спецэффекты, да, то есть скримеры, она там будет неожиданно появляться, пугать там и так далее. Вот сейчас она просто летает. Как бы ничего сделать пока что нельзя. Вот она появилась. Опять, то есть появились искры, она появилась. Ну, возможно, искры это лишние, конечно. Хотя, кому как, каждому нравится по-своему все. И вот она снова уходит, летает. Возможно, это... Я не знаю, что это будет означать, что она так ходит, летает. Типа ищет. Вот она на нас не нападает. Да, сенсы просто нет. Так, я хочу зайти на второй этаж. Посмотрите, на втором этаже. Я смогу на второй этаж подняться. А, вот лестница. Так. Нету пока никаких ни настроек, ничего нет. Даже если Escape нажать. А, вот есть какие-то. А, так, low, medium, medium, low. No. Yes, понял. А, так. Так, так, так. Screen brightness. Post of X quality. No, no. Ну тут все, у меня так все на минималках, а оно как. Так, случайно вышел из игры. Поэтому перезашел обратно, вот мы с вами на втором этаже. Звук, кстати, не удивляйтесь, это никакая не ошибка, звуков реально еще пока что нет, ничего не записано, я так понимаю, по звукам. На самом деле очень тихо. Все очень круто. В зеркалах отражения нет там. Но будет прикольно, если в зеркалах будет появляться призрак, это будет вообще эпично. А, типа еще один при таких лагах. Так, вторая комната.
Фонарик тут, конечно, круто очень сделан. Очень реалистично. Здесь вот еще что-то есть. Вот эти вот отражения. Все, нет, неплохо, очень неплохо. Я так понимаю, игра действительно хочет все-таки быть именно преемником Фазмы. Или нет, не знаю, сейчас. Видите? О, карнева вода здесь появилась. Напужала. Как она исчезла? Ну, в принципе, исчезает она и появляется довольно-таки неплохо, да, но может быть было бы эпичнее, если бы она просто растворялась в воздухе, а не там какие-то там искры появлялись или еще что-то, кто знает. Может быть, это еще все доработается, да, потому что сейчас это все, как это называется, предсказывать что-то, мне кажется, нет смысла, все будет дорабатываться и доделываться. Так, здесь, здесь умывальник, уже были, здесь вот еще не были, повернись. О, нет, я думал, свет включился. Естественно, сейчас никаких скримеров нету. Это просто такая демонстрация, то есть доделка до настройка. Потому что игру нужно за 2 месяца как-то оптимизировать и укомплектовать. Ну, в принципе, я думаю, довольно неплохо. Ну, а пока на этом все. Если вас заинтересовала данная игра, если вас интересуют по ней новости и обновления, в принципе, ставьте лайки, подписывайтесь, следите за новыми видосами, естественно, буду их выкладывать по мере обновления данной игры. Ну, если, конечно, будет обновляться. Вот, а пока на этом все, и я очень надеюсь, что данная игра меня очень порадует, потому что задумка не очень неплохая, очень такая атмосферная. Всем спасибо за просмотр, пока.